Доброе утро, браза. Да я тут, знаешь, что сразу думаю. Здесь мне в 4:20, в 4:30, наверное, уже не дадут песенки попеть или мясорубкой покрутить, потому что выселят меня быстро. Короче, зацени мой апартаменту. Ну а чё? Видно, не видно, а то ни хрена не вижу. Тумбочка. Тумбочка. Кроватка, видишь, у меня даже кровать двухместная. Девушки, типа, сразу понимаешь, что не хватает девушки. Бля, ну я ж такой говнюк, я лучше буду сдрачивать, чем вот это, знаешь, свое время, энергию на пустое. Это так-то прикалываюсь, конечно. Я вообще, знаешь, поражаюсь это с народу, который то постоянно кого, да нахрен. Знаешь, я тебе скажу так, свобода, друг, очень дорого стоит. Так что, не советую тебе распыляться на всякую херню. Смотри, короче. Тут у нас вот Wi-Fi роутер раздает. А, так. О, смотри, сразу. Оп, вышел. Такой. Оп. Отсюда вышел. Щелк. Можно зубки почистить. Сразу же посрать можно сходить. Душик принять, ноги помыть. Ёпта, курорт. Ну, в смысле курорт. Я-то и так приехал на курорт. И знаешь, браза, когда тебе кто-то скажет, что вот. У меня там нету денег так жить. К примеру, там, плюнь ему в лицо. Знаешь, я в прошлом году, нет, там посмотрел канал одного чувака, и он там в движе, я подумал, блин, я тоже так хочу, но у меня нету денег. А мне друг говорит, когда захочешь, ты так будешь жить. Я так вдумался, я, конечно, еще пытался себе какие-то эти оправдания искать. Ну потом я все-таки так и понял. Это все просто самообман. Когда ты чего-то захочешь, то вопрос в деньгах уже больше не стоит. Вот, я как вспоминаю себя раньше, знаешь, чем я страдал? Ну, наверное, этим страдают все. Что вначале надо. Вот сейчас, допустим, первое там. Я пошел в рейс, думаю, сейчас я в рейсах заработаю денег, потом я начну жить. Не получилось. Потом этот. Там попались схемы хорошие по спаму, короче. Трафик гнал на смс-партнерке. Думаю, все, сейчас я заработаю деньги, начну жить. Работаешь, работаешь, деньги лопатой гребешь, жить не начинаешь. Думаю, все, приду в сетевой маркетинг, разбогатею. Вот так, там пассивный доход. Этот, поверил же. Это разбогатею, начну жить. Нет, короче, браза, жить надо на сейчас. Жить надо начинать сейчас, а не потом. Потому что потом вот у меня папа, по-моему, до сих пор еще жить не начал. Вот, у него есть квартира, у него есть машина, у него есть даже Audi A6. Вот, но жить он еще не начал. Так что, браза, тут надо решать, потому что время идет, а жизнь проходит. А вот. Короче. Так слушай. По секрету. Только ты никому не говори. Прикинь, знаешь, сколько мне здесь житуха обошлась? Ну я же приехал, говорю, слушайте, давайте так, или вы меня селите, или я тут пойду другое место искать. Короче, тут цена 50 гривен в сутки с номером. Ну это, в принципе, это нормальная цена, тут комфортные номера, тут я считаю, эта цена ниже некуда. Вот. Но я-то сюда приехал не на один день. Вот, я говорю, давайте вы мне как-то скидочку сделать. Я вам уже сюда еще, не может, я вам сюда еще людей буду под суечу. Я позитивный парень сюда. Кто-то на ютубе увидит, приедет в гости. Короче, браза, 900 гривен в месяц. Ну я говорю, бо я уеду, выбирайте. 900 гривен в месяц, прикинь. Мне жизнь в городе обходилась, в съемной хате. Смотри, ты только, это ж лайфхак. Это 1500 плюс там свет, вода, это где-то, ну там минимум сотка мне выходила. Горячая вода там дорого. Тут-то воды горячей нету. Это и интернет, я еще за 87 гривен за интернет платил.
Хотя мог, конечно, бесплатным пользоваться. Там последний месяц только захотел бесплатным пользоваться, 10 дней попользовался и, блин, скаканул свет у соседей, роутер, видать, вырубился. А их не было 2 дня. Пришлось все-таки оплатить. А здесь он реально бесплатный. Короче, все, 900 гривен тебе обживание. Полностью проживание. И при этом еще... Когда я в Мариуполе жил, у меня есть была необходимость иногда на маршрутке ездить. Это тоже ненужный расход. Здесь сегодня... А ты понимаешь, сейчас, говорят, надо больше зарабатывать. А зачем? Я вот надо... Не, значит, надо больше зарабатывать. Базару нема. Вот, если оно просто само падает и капает. Вот. А больше времени работать уж точно не надо. Вот, поэтому надо думать, где можно сократить... Это расходы финансовые и время затратное. Смотри, ты, к примеру, в Мариуполе надо на песчанку ездить, чтобы позагорать. 4 туда, 4 туда, 8 гривен, плюс время, плюс толкушка. Едешь, вот там, бывает, ну еще на пляж нормально, обратно, люди с перегаром едут, эти запахи. Не, ни хрена, мне не нравится. Вот бывает, я как натолкаю туда. Ну вот, все, я раз и просто одним махом лишил себя этих двух проблем. За проезд не плачу и никуда не еду. Море, еще я в Мариуполе жил, у меня море было рядом, а теперь оно вообще рядышком, рядышком, рядышком. Так что, лайфхаки, браза. Учись, запоминай. И передавай своим друзьям и знакомым. А, и слушай, еще, короче, не, я не договорил. Знаешь, не могу понять, насморок, он то ли от моря постоянно. Смотри еще какая схема. Я тебе рекомендацию даю. Если вдруг у тебя есть квартира в Киеве, там, я не знаю, в Москве, берешь, сдаешь нахер эту квартиру какому-то идиоту, который готов, вот, допустим, если ты в Киеве, знаешь какого-нибудь идиоту квартиру 1000 за 6, который в поисках этих иллюзорных ценностей, который прется с Мариуполя, это будет работать как глухонемой, там, знаешь, зарабатывать деньги, но ты ему сдаешь, берешь 900 гривен, за 900 гривен приезжаешь ко мне, ну если тебя за 900 гривен что поселят, если будет не поздно, вот, ну ничего, короче, будем разговаривать. Да, приезжаешь сюда, живешь здесь. Да, оп, 3 месяца пожил. У тебя сколько бабок остается? Правильно, еще 15 тысяч. Ты туда 15. Я не знаю вообще, зачем деньги особенно. А, тебе, конечно, все сыроедом стать. Ты что, это очень хорошая экономия на отсутствие, когда ты не тратишь. Ты ж не просто не тратишь деньги на что-то. Ты просто не тратишь деньги на ненужный мусор. Вот. Так. А, и в это время, пока ты здесь живешь, у тебя освобождается время для того, чтобы подумать, для чего ты вообще живешь, что ты делаешь, к чему ты стремишься, что делать дальше. Потому что зачастую люди, знаешь, как будто на потоке, как будто эта рыбка в стаю попал и понесло. И всю жизнь плывет, плывет, плывет. И обычно уже люди задумываются, когда слишком поздно. Бразы, так не надо. Сейчас этот времена глобальных перемен на планете. Вот, и поэтому подумай, для чего. Как раз есть время, если нету каких-то новых навыков себе этот прокачать, чтобы узнать, чем заниматься дальше. Я... Всегда в поисках, всегда себя. Знаешь, лучше, как говорится, лучше потратить всю жизнь, но найти себя – это великая цель, чем просто так ее прожить. Ну ладно, давай.